французская бейкери. Пришли мы покушать. Правильно? Пришли мы покушать. А тут пахнет вкусно. И то, что мы с вами, друзья, сейчас видим на прилавке, это в основном сладенькое такое. Там типа чебурек, что ли, да, смотри? Что это? Вот всякие сэндвичи. Нет, это вот это вот. Чебурек прям, что ли? Да. Это fancy chicken turnover. Looks good. Да. Вот это вот очень вкусно. Что именно? С джемом, который... Так. Это как маффин джем, но они его не любят называть так. Они его называют кримпи. Кримпи за них как... Кримпи очень клевый. Ну что, да, хорошо. У нас за этими кримпи, друзья, из Walnut Creek сюда пришли. А этот какой-то apple pie, что ли? Yep. Ох, хлеб он свежий. Chicken pot pie. Так, а что вот это? Что вот это мы смотрим? Что это? Breakfast burrito. Не смотрим. Как-то странный вид у него. Ну, в принципе, вот меню. И как бы... Что, чего там? Сейчас уже на брекфаст, я не уверен, сейчас 4 часа. Вот такое меню. Пирожные, конечно, пирожные симпатичные. Да? Вот и тортики тут симпатичные. Какие они все. Я бы готова брать сэндвич. Ой, какие пирожные. Но надо понять сначала, что мы едим. Самое вкусное это вот эти карты. Вот эти? Друзья, будете здесь, возьмите вот эти. А я люблю кринки. А там эклерчики. Хорошо. Здесь очень вкусные трафлы. Трюфеля говорят вкусные. Окей. День сегодня теплый, настроение хорошее. Мы решили расположиться на улице. Вот такое ощущение, что нам несут наши бутербродики. Не знаю. Ну, в общем, вот тут мы расположились под лампой, которая не горит, газовой. Вот нам сейчас принесут нашу еду, и мы ее вам покажем. Это, друзья, вы видите, что принесли мне. Это такой, ну, бюргер. Это такой бюргер с огурчиком, с картошечкой, с лучком, со всеми делами. Вот тут у Светланы такой куриный, я бы назвал его пирожок, запеканка. Называется chicken turnover. Там внутри. Enjoy. Так. А для того, кто не понял, тут у нас один. Опять какие-то бутерброды. А нет, это с мяском, да, смотри. Это не с помазкой, а с мяском. Я тоже хочу такой же пирожок, как у Светланы. И, друзья, салатик. Салатик ароматный, симпатичный, с сырком, болит чем-то. Ну, в общем, Миша, я вспомнил слово. Хочется сказать... Бон аппетит по-французски. Я вспомнил слово, это называется рубленый бифштекс. Скажи, нам вот так. Вот это вот. Хорошо. Этот я понял. Наш бутерброд, друзья, называется рубленый бифштекс. Рубленый бифштекс. Вот нам так сказали. Они угрям. Так что грешно не сказать бон аппетит и приступить к делу. Света дала помощь. Вот, друзья, пирожок. Это пирожное называется? Пирожное, да. Меня поправляют. Корзиночка. Ну, корзиночка, да, корзиночка. Пирожная корзиночка. Я даже не прошу Светлану снять, как я буду его есть, урчать, там, мычать, облизываться. Это было бы чересчур. Слюноотделение я просто вот показываю, да, как он выглядит. Да, спасибо. Оно, это пирожное. Ты что не сделаешь, любимый? И, можно сказать, расставаясь хлеб. С вами... И с этим ресторанчиком. Мы еще тут посидим, конечно. Я хотел показать Свете на пирожное. Оно тоже очень, ну, по-своему милое. Да. Хотя мы его еще не пробовали, но я чувствую, что Светлана уже вожделеет. У тебя есть такое, что ты вожделеешь? Ну, а как же? Вот. Любимая, о чем ты задумал?